А ну-ка, кыш отсюда. Кыш, 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 чертово племя! Не нравится, а? Ну что ты там встал, Эльза? Эльза, иди ко мне. Я хочу показать тебе кое-что. Я боюсь, Мак. Да ну же, смелее, ну смелее. Тут такой ветер. Не трусь. На эту крышу смело может опуститься Боинг. А? Опа! Прекрасная взлетная полоса. Беги ко мне, беги, беги, живо, ну, ой. Ну. Мак, ловлю. Ой, моя шляпа. Держи, Мак, держи ее. Вот это полет. Моя новая шляпа. Так, интересно, где она приземлится? Ты не хочешь взглянуть, а? Нет. Ну, чуть-чуть. Я хочу назад в номер. Ну, что за упрямство? Ну, дай мне руку, глупышка. Ой, какие холодные пальчики. Так, ну-ка, давай мне подмышки. Держись покрепче. Сейчас мы тебя согреем. Тур, вальса. И раз, два, три. Раз, два, три. Ой, раз, что? Два, три. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Даже нельзя, там пропасть. Еще один шаг. Один нет, крохот, нет, нет. Один крохотный шажочек. Там вот пропасть. Так. Смотри. Не могу. Ну, открой глаза, ты ведь со мной. Господи, как высоко. Да, должно быть, дела у местных боссов идут неплохо, если они ангрохли отель в 22 этажа роста. Весь город как на ладони. Угу, точно. На одну ладонь положить, а другую прихлопнуть. Вот так. Ой, Мак, не бросай меня. Тихо. Так. Обними. Ну-ну-ну, вот. Теперь смотри. Мэрия, видишь, над ней флаг? Так. Справа здание суда, а вот этот серый сундук – банк. А моя шляпа? Ты ее не обнаружила? Да вот же она. Где? Где? Ну, где? Где? А вот на площади, где? В самом центре. Мак, ну, по-моему, это клумба. Да? Подумайте, как похоже. И главное, таких же размеров. Пойдем отсюда, ладно? У меня кружится голова. Подожди. И потом ванная, наверное, уже переполнится. Ну подожди, Эльза, ведь красиво. Улица сбегает к реке, как весенние ручейки. А вон холмы на том берегу, барашки, пришедшие на водопой. Даже обидно, что в этом городе я испытала величайшее унижение в своей жизни. Почему я об этом ничего не знаю? Ну, ты многого еще не знаешь. Когда это случилось? 12 лет назад. Я потерял все. Родных, дом, деньги. Но теперь приобрел меня. Да, Эльза, да. Ты мое дрожайшее сокровище. Не дрожайшее, а дрожащее. Я ждал этого дня 12 лет. И только не знал, каким же он будет. Благодаря тебе он мне кажется радостным. А станет счастливым. Цель близка, Эльза. Цель близка. Ты так переменился здесь, в Штатах. Просто клубок нервов. Может, нам лучше вернуться в Европу? Если ты не хочешь жить у нас в Дании, мы могли бы тогда... Нет, верь мне, здесь у нас будет куча денег. И скоро, не позже сегодняшнего вечера. Тогда не то, что этот городишко. Вся огромная страна будет лежать у наших ног. Только ты должна четко и не раздумывая выполнять все, о чем я тебя буду просить. Мак, ну скажи, наконец, ну что ты задумал? Что я задумал? Видишь ты эту штуку, что вращается над нами у меня за спиной? Да. Забыла, как называется. Радар. Радар. Да. Его крутит ветер. Нет, автоматика. Этот радар видит то, что недоступно невооруженному глазу, и передает изображение на телеэкран. Любой объект, находящийся в воздухе. А, так значит, он видел мою шляпу и поможет нам определить, куда она упала. Да. Эльза. Ты просто прелесть. Нет, он видит шикарный магазин шляп или салон для модниц, смотря что тебе больше по душе. И хозяйка в нем ты. Я тебе верю, Мак. Если хочешь, я тебе всецело доверяю, но... Ну? Но не нужно...
нужно нам никаких денег, если они... Если они нажиты, ну, нечестным путем. Ты помни об этом, ладно? Все деньги на свете нажиты нечестным путем. Уж такова их сущность. Ибо когда деньги есть у тебя, у кого-то их обязательно нет, ни цента. Честно ли это? Ты же знаешь, что я не умею с тобой спорить. Мне холодно, Мак. Я хочу принять ванну. Сейчас идем. И знаешь, что еще удивительно? У нас под ногами мое детство. Первые шаги, первые забавы, первые слова. В том числе особо любимые моим отцом. Правда, достоинство, конституция. Наивные индейские заклинания. Мак. Что? Думаешь, Мак совсем спятил? Так вот знай. Этот участок земли принадлежал моему отцу. А еще раньше моему деду и прадеду. Родовое гнездо. Так это называется в ваших европейских романах. Да. Кар-кар! Похож я на ворона, что кружит над разоренным гнездом. Кар-кар! Перестань! Ну что? Ну перестань, у меня кружится голова. Сумасшедший! Ну нельзя так! Скажи лучше, откуда у тебя ключи от этой крыши? Все продается, все покупается. Кар. Бой, который представлен к нашему номеру, раздобыл их мне всего за $5. Я сказал, что мне нужно сделать несколько снимков города с высоты птичьего полета для иллюстрированного журнала, который мы с тобой представляем. Кар. Мы из журнала? Ну, конечно! И ты отдал за этот вид... Наши последние $5. Разве он того не стоит? Стоит. Но на что мы хотя бы позавтракаем? Эльза! Я все время хочу, чтобы ты взлетела, а ты опускаешь меня на грешную землю. Мы в стране неограниченных возможностей. Сегодня у тебя нет ни цента, а завтра ты миллионер. Когда ты поймешь это окончательно, вот уж где у тебя закружится голова. Фу. Слушай, бежим, а то я вдруг почувствовал адский голод. Бежим! Так, ну и, наконец, кофе. Он у вас бразильский, надеюсь? Как будет угодно, сэр. Притащите колумбийский, а мы, если нам будет угодно, станем пить его как бразильский. Ловко. По правде сказать, сэр, и вместо индейки вам подадут утку. Но я не заказывал индейку. Это я к тому, если бы вы заказали. Ах, вот как. Молодец. Кажется, с тобой можно столковаться, а? Во сколько ты освобождаешься? Сразу после ленча, мистер... Мистер Келлоу. А меня зовут Дик. Дик. Хорошо. Да, Эльза? Закажи, пожалуйста, кока-колу. После ванны я ужасно много пью. Хорошо. Вы слышали? Кока-кола будет настоящим, мистер Кэллоу. Отлично. А об остальном сговоримся попозже. Как вам будет угодно. О, какой голос у вашей жены. А слух? О, да, он просто великолепен. Это у нее на почве голода. Все, лечу, сэр. Угу. Да, я насчет того ключа от крыши. Он вам еще понадобится? А разве ты не продал мне его? Да нет, это я к тому, что... Что? Все в порядке, сэр. Я буду через 15 минут. Хорошо. Мак! Да? Мальчик ушел? Убежал. Догадайся, от чего я пела? Ну, думаю, от предвкушения. Мне стало страшно, когда я услышала, что ты заказываешь блюдо одно другого дороже. Ой. Что стряслось? Я уронила на пол мыло. Не вылезай из воды, я подам тебе.
Ну-ка, посмотрим, посмотрим. Странно. Куда оно могло ускакать, а? Что? Ну что, Эльза? Я тебя обманула. Я тебя обманула. Ой, мне захотелось, чтобы ты пришел и увидел, как мне хорошо. Да, сама Афродита могла бы позавидовать такой роскошной пене. И аромат. Хочешь, я телеграфирую отцу, и он нам пришлет, ну, хотя бы немного. Нет, нет. Ну, почему? Теперь только один человек в ответе за тебя. Это ты. Да. Ой, ты знаешь, я так рада. Ты извини, я перебила тебя там на крыше. Значит, эта штука, которая вертится туда-сюда, при чем здесь она? Нечто подобное есть и у меня. У тебя есть радар? Не совсем. Но мое, скажем так, приспособление позволяет мне заглядывать в прошлое. Да-да. И проецировать на экран воображение эпизоды из жизни той или иной личности. Ну, те, что хранятся в памяти этой личности. Вот оно. Со мной. Да, но это же слуховой аппарат. Как взглянуть? Нет, ну, конечно, обычные слуховые очки. Ты купил их у старьевщика с неделю примерно назад. И когда я спросила, не глохнешь ли ты, ты ответила... Что мне по вкусу их солнцезащитные стекла. И не носил их? Носил, носил, но не надевал. О, еще бы такие допотопные. А теперь выясняется, что это... Выясняются их чудесные свойства. Согласись, у каждого найдется то, о чем бы он не хотел вспоминать. Зачем ходить далеко? Возьмем, к примеру, одну вздорную девчонку, бежавшую из добропорядочного дома с лицом без определенных занятий. С лицом, на которое она может смотреть бесконечно. Ой. Что? Ой, пена в глаз попала. Так, промой, промой, промой поскорее. Ой, не, ничего, 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 ничего. Ну ты подожди, подожди. Так, вот. Ну? Наденем очки и заглянем в голубые, хорошо промытые глаза новоявленной Афродиты. Так, теперь покрутим колесики точной настройки. Видишь, они в дужках очков. И вот мы отодвигаемся на необходимое расстояние во времени, предположим, лет на 10 назад. На 10 лет? Да, на 10. И мы начинаем вспоминать. Ты слышишь? Это несется экспресс из Гамбурга. Пока он гремит за окнами, ты проходишь из своей комнаты в спальню родителей. Ни шагов, ни скрипа двери, все заглушил скорый. Ты это рассчитала точно. Теперь найти отцовские ключи. Обычно они лежат в правом кармане куртки. А? Так и есть? Отец всхрапывает так ужасно, будто его взнуздали против воли. А что это за стук? Что за грохот? Господи, да это же колотится глупое сердце 9-летней девчонки. Ключ от маленького сейфа никак не хочет попадать в прорезь. Ну вот, в конце концов, дверца отворяется. Не скрипит и так мерзкое железо. Деньги. На ощупь их много. Сколько можно взять кровных, отцовских? Одна бумажка, две, три. И падают ключи. Ну, Мак, при чем тут очки? Я же сама тебе рассказала эту гнусную, эту противную историю. Помнишь, когда мы плыли через пролив на пароме?
Я должна была с кем-то поделиться. Она преследовала меня. Снилась, я роняла эти ключи снова и снова и просыпалась в холодном поту. Мне было 9, 10. На гастроли приехала Абба. И мне так хотелось попасть на их концерт. А мой отец, он ведь абсолютно... Послушай, а с какой стати я вдруг перед тобой оправдываюсь? И к чему ты это вспомнил? И заставил меня вспоминать? Понимаешь, Эльза, я могу и забыть. Совсем забыть, напрочь. Но за это надо платить. Никак не возьму в толк, когда ты шутишь, а когда... Нечего сказать, я устроил тебе отменный медовый месяц. Особенно последняя неделя. Мы жили в жалком домишке, ели один раз в сутки. Днем я исчезал, а по ночам сидел над бумагами. Поразительно, что ты не бросила меня. Но ты ни о чем не спрашивала. И этим покорила меня окончательно. Я думала, ты пишешь стихи. Стихи? Вот этот блокнот. Единственное богатство, доставшееся мне от отца. В нем попадаются такие перлы, от которых кое у кого начнутся судороги. Или того пуще случится удар. Но нет, мне нужны живые, а не покойнички. И уж будь уверена, я сумею так срифмовать эти факты. А ты не заболел, Мак? Кто? Я? Я абсолютно здоров. И требую оплаты на месте. Платы? Ну да. С меня? За что? За мое молчание. Рано или поздно все тайное становится явным. Один чертовски нежный поцелуй. Ну, ты снимешь хотя бы эти чудовищные очки? О, да. Теперь да. О, Мак, я боюсь за тебя. Твои губы пахнут молоком и медом. Я боюсь за тебя, ты слышишь? А признайся, в детстве ты частенько наведывалась в продуктовый шкаф своей бабушки. Ну, Мак, ну вечно ты все испортишь. Все, кроме аппетита. Поживей, выходи на сушу. После ленча я помчусь на предвыборный митинг. Зачем? Как? Ты забываешь, что я репортер? А, да. Тогда возьми хотя бы для вида мой фотоаппарат. Это лишнее. Ёлка давно готова. Ее остается только проявить. Сэр. Что? Я накрывал на стол и... И хотел сообщить, что кушать подано. Совершенно верно, сэр. Кушать подано. Истинного патриота своего города и штата. Ибо пока весы Фемиды держат крепкие руки таких людей, как мистер Фрэнк Джонатан Джилберт, жители нашего города могут с надеждой смотреть в завтрашний день, где ждет их строгое соблюдение закона, общественный порядок и всеобщее процветание. Вива Джилберт! Вива! Мне сказали, что меня ждет журналист из штата. Это вы? Хелло, мистер Финч.
Поздравляю, ваша речь была просто блистательной. В самом деле, благодарю вас. Никогда бы не подумал, что в таком сравнительно небольшом городе ведется столь яростная предвыборная борьба. Позвольте узнать... Но нет сомнения, что теперь шансы вашего кандидата неизмеримо возрастут, если только Фемиди не подставит ножку Фортуна. У вас весьма своеобразный юмор. Так вы из какой газеты? Terra Incognita News. Простите, не слыхал. Нет, это вы простите мне маленькую уловку. Я здесь, как бы это сказать, по личному делу, но таящему в себе значительный общественный резонанс. Ах, вот как. Да. Ну что ж, я могу уделить вам ровно 15 минут. Пройдемте со мной. Минутку. Дик! Да, сэр! Ждите меня на улице, я ненадолго. Слушаюсь, сэр! В этой комнате нам никто не помешает. Так, прошу садиться. Сигару? Ни в коем случае. А я, с вашего позволения, закурю. Садитесь же, мистер... Кэллоу. Ага. Мак Кэллоу к вашим услугам. Так, я вас слушаю, мистер Кэллоу. Я хотел бы начать издалека. Ну, если речь пойдет о выгодном помещении капитала... Мистер Кэллоу, вы попали на подходящего человека. Лучшего посредника, чем барон Чарльз Гарольд Финч, вам не сыскать. Видите ли, скорее наоборот. Речь идет не о помещении, а об отторжении довольно значительного капитала. А, понимаю. Рассчитываете получить наследство. Но от кого, насколько мне известно, у нас никто не умер. К сожалению, это так. И в ближайшее время не намеревается. Вам и это ведомо? Ну, от фатальной кончины никто не застрахован. А, да, кажется, я догадался. Вы рассчитываете получить крупную страховку? Мимо, мистер Финч, мимо. А вы, я вижу, здорово заинтригованы. Поверьте, мною движет не праздное любопытство. Как только я понял, что вы приезжий, возможно, даже европеец... Я родился в Штатах, но довольно долго пробыл за океаном. Вот, видите, как только я это понял, мне захотелось чем-то поспособствовать вам. Я ведь тоже когда-то жил в Европе. Неужели? Да, и вспоминаю это время как кошмарный сон. Вам повезло, Мак. В нашем городе не так много истинно честных людей, которым можно довериться. Нисколько не сомневаюсь в этом. Без ложной скромности скажу, я один из них. Если их так немного, не сочтите за труд назвать мне эти почтенные имена. Ну что же, охотно. Ну, это прежде всего наш мэр. Мэр. Наш шериф. Шериф. Затем президент местного отделения банка. Банкир. И, разумеется, председатель суда. Судья. Ну и себя я уже назвал. Барон Финч, домовладелец. Да. Пять. Хватило одной руки. Не густо. Зато эти пять сжаты в такой стальной кулак, из которого... Ну, впрочем, мы отвлеклись от сути вопроса. Напротив, мы приблизились к ней вплотную. Мистер Финч, у меня в руках есть средство, при помощи которого ваш стальной кулак разожмется в мгновение ока, и из него посыпется все, чем вы, безусловно, дорожите. И прежде всего, власть. Согласитесь, что на финише предвыборной кампании... Так! Это смахивает уже на шантаж. Причем на грубый шантаж. Куда же вы, барон? Я вам еще не назвал сумму. Кто вас послал? Гарви и Броди? Отвечайте! А ведь это средство продается. И купить его всегда готовы люди, чей кулак, как мне известно, тоже прочной закалки. Присядьте. Хорошо. Я сяду. Я могу дать вам еще 5 минут. Этого вполне достаточно, чтобы совершить небольшой экскурс в прошлое. Куда? Ваше прошлое, господин мнимый барон. Что? Послушайте, вы или сумасшедший, или... Я ученик и ближайший соратник... Профессора Комба. Так, предположим, но зачем вы надели эти чудовищные очки? Что за маскарад? Послушайте, и говорите, пожалуйста, тише. Это я могу обещать. А очки, они и есть то самое средство, о котором я упоминал выше. Вы что-нибудь слышали о детекторе лжи, мистер Финч? Имейте в виду,
На вопросы отвечать не буду. Отлично, отвечать буду я. Так вот, этот допотопный с виду слуховой аппарат можно назвать детектором правды. Стоит мне посмотреть на вас сквозь эти очки, а затем повращать вот эти колесики, и мы перенесемся с вами, ну, допустим, на четверть века назад, в ненастный ноябрьский вечер. Молодой человек без определенных занятий, некий Бобби Смит, плетется по шоссе в нескольких милях от города. Дождь промочил его до нитки, ветер швыряет в лицо охапки багровых листьев. Напрасно он пытается остановить редкие попутные автомобили, они равнодушно проносятся мимо. И тогда он делает отчаянный шаг. Выбегает на середину шоссе. Легковой автомобиль резко тормозит, идет юзом, ударяется о рекламный щит, переворачивается, и из открывшейся кабины вываливается... Нет, 10. Нет. Этого никто не мог видеть. Никто! Утром возле обгоревшего авто нашли закопченный паспорт на имя некоего Бобби Смита. А через несколько дней на сверкающем Роллс-Ройсе прямиком из Англии прибыл в город барон Чарльз Финч, племянник и единственный наследник Артура Финча, богатого домовладельца, почившего в Бозе. Ой, о господи! Конечно, это был риск, но риск оправдал себя. Ой, я умоляю вас! Я умоляю. У меня жена, 4 детей. Надеюсь, баронесса здорова? Да, то есть нет. То есть не совсем. Она ждет 5-го. Ну, прекрасно. А теперь встаньте с колен. Здесь грязновато, а у вас светлые брюки. Хорошо, я встану. Ой, нет. Я не встану до тех пор, пока вы не назовете сумму. Какую сумму? Я... покупаю ваш аппарат. О, признаюсь, барон, вы интересуете меня меньше остальных. Вам эта история обойдется много дешевле, если... Если? Если вы пообещаете мне всемерное содействие. Что я должен делать? Первое. У вас, кажется, есть вертолет. Да, единственный в городе. Ну, если не считать полицейского, но тот сейчас на ремонте. Сегодня ровно в 18:00. Ваш вертолет должен быть в воздухе. 18:00, хорошо. Ой, нет, что вы, это невозможно. В 18 часов назначен митинг на центральной площади. Я доверенное лицо мэра, я должен быть там. Вы будете? Будете там. А вместе с вашим пилотом полетит тот юноша, которого вы уже видели в коридоре, Дик. Он знает маршрут. Не волнуйтесь, вертолет будет в скором времени возвращен. Ну что, что, это не обязательно. Ну, не усердствуйте. Второе. Второе. Вы немедленно отправитесь к мэру и соберете у него стальной кулак. Ага, хорошо. Куда вы? Сядьте. Вы убедите их в необходимости купить у меня эти очки. Как вы это сделаете, меня не касается. Да стоит им узнать о возможностях этих очков. Тише. Слушайте внимательно. Как только господа соберутся в кабинете мэра, а это должно произойти не позже 16 часов... 16? Вы выйдите на балкон мэрии с носовым платком. В случае согласия господ побеседовать со мной, вы встряхиваете платком 2 раза. 2 раза. Вот так. Ага. В противном случае вы выходите и устало вытираете платком лоб. Платком лоб, хорошо. Но учтите, тогда я вам не позавидую. У вас есть свой платок? Ну, разумеется, что вы. Боже мой, где же он? Ну, не надо показывать, я верю. И смотрите, без глупостей, с этой минуты мои люди будут следить за каждым вашим шагом. Да, объясните шерифу, мне известны его замашки, что любая попытка насилия надо мной чревата катастрофой для всех. Я могу идти? Нет, я выйду первым. А вы уйдете отсюда с Диком и сразу отвезете его к вертолету. Ждите, сейчас он придет.
Слушаю, сэр. Вы просто смеетесь! А телепатия? А телекинез? Детектор правды. Это ж надо додуматься. Барону правды захотелось. Да, ну я так от души не веселился. Но шутки в сторону, господа. Подумать только, из-за подобной чепухи в такой сложный для всех нас день. В умелых руках эта чепуха оборачивается оружием невиданной силы. Ну, конечно, оружие. Нас умело берут на пушку, господа. Позвольте, позвольте. А где этот человек, Финч? Он ждет моего сигнала. Да, господа, все это было бы безумно смешно, если бы не... Если бы не что, господин судья? Если бы не сегодняшний заключительный митинг. Да при чем здесь митинг, хотел бы я понять. Не вопите так, шериф. Вы полагаете, нас хотят скомпрометировать? Я почти на 100% уверен, что это проделки шайки Гарви и Броди. Похоже на то. Когда на предвыборную кампанию недостает средств, в ход идут дешевые трюки. Кстати, как раз вчера Гарви снял со счета в моем банке последние 15 тысяч. Да? Это важная информация. Противник истощен материально. Остается победить его морально. Итак, вот теперь, когда вы призадумались, я скажу. Этот парень грозился продать очки нашим противникам. На случай, если они нам придутся не по карману. Не по карману нам? Он просто наглец. Никак не соображу, о чем мы здесь скандалим. Закатать этого шалопая в кутузку и дело с концом. О, возможно, газетная свора Гарви Бродина это и бьет. Чтобы поднять вой на всю округу. Ну, конечно. Ваши опасения напрасны. Повторяю, он всего лишь бедный ученый. Ученик профессора Комба. Ну, время не ждет. Взвесив все за и против, предлагаю выслушать этого, как его? Келлоу, господин судья. Вот, да, именно. Выслушать и купить с потрохами. Да. На худой конец пара стальных наручников у меня найдется. Зовите его, Финч. Хорошо. Куда вы? Я должен сделать это с балкона. Он где-то здесь, на площади. Господа, я начал сомневаться, Финч. Во всяком случае, в его умственных способностях. Ну, особых проблесков у него и раньше не наблюдалось. Не вызвать ли сюда усиленный наряд? Финч возвращается. Он идет! Он идет. Да, вот еще что. Келлу предупредил, что его визит к нам находится под контролем. Я попросил бы быть с ним поделикатнее. Особенно ваш, шериф. Вот еще нежности. Он не девушка, а я не... Войдите! О, я вижу все заинтересованные лица в сборе. Все пятеро. Hello, господа. Стальной кулак. Так вас окрестили ребята-журналисты, если не ошибаюсь. Прикройте дверь. И ближе к делу, мистер Келлоу. Этот предмет, он с вами? Очки? А как же? В этом футляре, господа. И вы готовы показать их в действии? Нет, ничего проще. Но пару слов вместо вступления. Последние полтора года жизни непревзойденного профессора Комба я был его ассистентом. Ученый скончался 7 месяцев назад, как вам известно. Незабвенный Комб завещал мне оборудование своей лаборатории в Мичигане, тайной, о которой не ведала даже ФБР. И вот недавно, копаясь в хламе одного из помещений, я наткнулся на этот аппарат.
Обратите внимание, с виду обычные слуховые очки устаревшей модели. Но не буду утомлять вас подробностями того, как мне открылись их удивительные во всех отношениях свойства. Одним словом, нацепив их на нос и соответственным образом настроив, вы можете заглянуть в прошлое стоящего перед вами человека. Любого. Любого смертного. Итак, у меня нет патента на эту штуковину. Я не знаю, как она сконструирована, но факт остается фактом. Один экземпляр у меня в руках, и он продается. О деньгах после. Приступим к эксперименту. У нас мало времени. Кстати, о времени. Так как я абсолютно уверен, что, увидев эту вещь в действии, вы приобретете ее, попрошу, чтобы сделка состоялась не позже 17 часов. Во сколько закрывается банк? Сегодня в 18 часов в связи с митингом. Отлично. Следить за часами буду я сам. Идет? Приступайте к делу, мистер Кэллоу. Итак, я достаю очки, надеваю их, подкручиваю слуховые колесики. С кого мы начнем? Ну, смелее, господа. Куда вы, Финч? Я никуда. Могу я, наконец, присесть? Сядьте. Поскольку перед нами стальной кулак, начнем с большого пальца. С меня? Нет, барон, вы всего лишь мизинец. Ага, значит, я. Что ж, валяйте. Чихал я на ваши очки. Слышите? Прошу тишины, господин Белл Алленби, шериф. Предупреждаю, чем сильнее вы будете сопротивляться воспоминаниям, тем ярче и отчетливее они будут восприниматься аппаратом. Уж таково его свойство. Чем хуже, тем лучше. Я вижу берег реки безмятежным летним утром. Шериф, тогда еще начинающий полицейский, усов нет, как, впрочем, нет и сегодняшней плеши, крадется вдоль берега, продираясь сквозь кустарник. Вот он затаился и сделал стойку. Комары, однако, покусывают. Но вот из воды появляется девушка. Она хороша собой и совсем молода, почти подросток. Стыдливо прикрываясь руками, она выбегает на берег, наклоняется над своей одеждой, и тут вы... Хватит! Вот что! Заткнитесь вы! Пожалуйста, давайте вспомним другой эпизод из этой же серии. Я ясно выражаюсь. Закройте пасть и снимите свои поганые очки! А не то... Возьмите себя в руки, Белл. Ну, тис, ваше мнение. Свое мнение я уже высказал. Это не выход, по крайней мере, для вас. Ложь! Я отрицаю все. Свидетелей нет. Нет свидетелей. Да-да. Ясно вам? Успокойтесь. Этого действительно никто не видел. Только я, да вы. Я при помощи очков, а вы посредством собственного воображения и памяти. Ну, пойдем дальше. Кто же у нас перст указующий? По-моему, достаточно. Сколько, вы говорите, стоит эта безделица? Нет, так не пойдет, Джон. Пусть он заглянет и в твою душу. Да вряд ли она представляет общественный интерес, вряд ли. Ну, не скажи, Джон. Валяйте, мистер Кэллоу, иначе я куплю эту игрушку себе одному и не постою за ценой. Вы меня знаете, господа. Ну, пожалуйста, это даже забавно. Я готов вам позировать. Господин судья. Это, несомненно, вы, но где-то лет на 20 моложе. Поразительно. Что вы могли делать в тюремной камере? Один. Ночью. Послушайте. Да-да, послушаем, что это за звук.
такой упорный и такой тоскливый. А, в руках у вас напильник. Вы работаете, а за решетчатым окошком сияют звезды. Знаете что? Не перебивай, Джон. Я за себя не ручаюсь. Но вот внезапно отворяется дверь, и на пороге тюремный страж. Вы резко поворачиваетесь. Нет! Делаете выпад. Довольно! Черт вас побери совсем! Довольно. Ай да, Джон, вот вам и пай, мальчик. А за что ты сидел, старина, и когда? Ну, на это легко ответить, продвинувшись чуть дальше в прошлое, аккуратно вращая колесики. Оставьте в покое колесики, слышите? Так, кто у нас следующий? Средний. Ну, средний палец, безусловно, господин Крис Тейкер, мэр. Безумно интересно, но перенесем на другой раз. Мы что-то говорили о времени, его действительно в обрез. Я слежу за часами. Господин мэр, вы берете. Господи, сколько я беру? Еще не понял, но, по всей видимости, одну картофелину. Бьюсь об заклад. Крис отравит кого-нибудь этой картошкой. Приготовит пюре на цианистом калии. Нет. Теперь я вижу яснее. Все гораздо проще. Перед мэром лежит стопка фирменных бланков какого-то высокого учреждения. Он берет нож. Верю. Помолчите. Ну хватит. Помолчите, Крис, помолчите. Да, вы берете нож и... вырезаете из картофелины некое подобие печати. Затем прикладываете эту печать к документу. Давайте к следующему! А следующий у нас палец безымянный. Мистер Сэм Громан. Уважаемый банкир, я не верю своим глазам. Какой интересный звук. А, понимаю, это вы сколачиваете. Интересно, что это я сколачиваю? Ну, конечно, вы сколачиваете будущий капитал при помощи небольшого, но очень удобного станка. Доллары новенькие, хрустящие. И совсем как настоящие. Ой, сколько их. Вот вы устало утираете пот со лба. Как молоды вы были. Молодость. Ну вот, господа. И закончен эксперимент. Постойте. А Финч? Куда девался Финч? Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка микрофона. Ах, шельма. Он, видите ли, весь в деле. Проверяет микрофоны. Я притащу его за шиворот. Не стоит, шериф, не стоит. Финч уже проверен. Он благонадежен не менее, чем все остальные. К тому же и время уже на исходе. Да, на площадь стекается народ. Итак, сколько, мистер Кэллоу? Четверть. Я про деньги. И я о них. Значит, по 25 тысяч. Для банкира вы неважно считаете. С каждого по четверти миллиона. Давайте музыку. Что? Вы с ума сошли. Что? Ну, не более, чем тот, кто подделывает печати на налоговых документах. Мое последнее слово. С каждого по 250 тысяч долларов и ни центом меньше. Ну, это да. В таком случае мне не остается ничего другого, как повторить этот эксперимент. Но во время митинга, при полном стечении публики. Ну? Вот мой чек. Я кладу его на стол.
На предъявителя, я надеюсь? Разумеется. Мы тоже. Благодарю вас, мэр. 250 тысяч? С ума сойти! Получите! Вижу. Вы уверены, что не продешевили? А сколько бы вы дали? Пожизненную каторгу. Вот вам. Вы, как всегда, любезны, шериф. Благодарю. А теперь, пользуясь случаем, что здесь находится президент банка, я попрошу вас, мистер Громан, подписать все эти чеки. Видимо, придется. Миллион долларов. Слушайте, а Финч? Не волнуйтесь, он уже уплатил. Вот проходимец. Но и это еще не все. Прежде чем вручить вам очки, я, дабы исключить неприятные неожиданности... Входите, Финч, входите, входите смелее. Угу. Закройте дверь. Так. Так вот, я отправлю эти чеки с моим доверенным лицом в банк. Мой человек получит всю сумму и позвонит сюда в кабинет. Не возражайте? Напишите номер телефона на конверте, господин мэр. Спасибо. Куда это вы? На балкон, с вашего позволения. Доверенное лицо ждет внизу. Эй, оставьте очки! А, хорошо. Они побудут у Финча. Держите крепче, барон. Ну что вы, не беспокойтесь, шеф. Эльза! Я здесь! Лови конверт! Есть! Отправляйся в ту контору. Ну, серый сундук, понимаешь? Да, да. Получи с них сполна. И немедленно беги в отель. Оттуда позвонишь мне. Номер телефона на конверте. Ты все поняла? Да, ты. Жди меня. Не открывай никому, слышишь? Хорошо. Счастливо. И запомните, Финч, как бы ни кончилась эта грязная история. Мистер Кэллоу. Да-да. Теперь наша очередь. Садитесь и пишите каждому расписку в получении 250 тысяч долларов. И о неразглашении тайны. Отлично. А я как раз думал, чем бы мне заняться. Ведь ждать придется не менее получаса. Да. Это... вас. Благодарю. Да-да, я. Ты все получила? Отлично. Нет, лучше сложи их в сумку. Да, в дорожную. Ты умница. Я буду очень скоро. Все, целую. Ну вот, надеюсь, мы расстаемся без сожаления и, как условились, навсегда. Очки на стол. Да-да. Пожалуйста. Провожать меня не стоит. Прощайте, господа. Ну что, дорогой шериф, признайтесь, вам не терпится опробовать эти очки. А кому не хотелось бы? Господа, мы позволим шерифу сделать это. Ну, из уважения к его опыту и профессии, пожалуй. Ну, кому же еще, как не стражу закона? Действуйте, шериф! Вот сейчас мы их и проверим на нашем хилом мизинце. Финч! Финч! Куда он опять подевался? Друзья! Мы собрались здесь накануне события, которое не может оставить безучастным ни одного жителя нашего города. О-о-о. Сегодня
Финч явно опережает события. И нас, кстати, тоже. Идемте на балкон, джентльмены. Нет, со мной такие номера не проходят. Сначала я должен взглянуть сквозь эти чудесные стекла. Продемонстрируем слюнтяям и отщепенцам наше крепнущее единство. Что за черт? Ну? Что там видно? Что слышно, шериф? Разрази меня гром! Я ничего не вижу и не слышу, кроме того, что вижу и слышу вместе с вами. Что? А вы сомневались в этом, дорогой шериф? Да будь я проклят, это обыкновенные слуховые очки. Смотрите, на них штамп изготовителя и дата выпуска. Ах, негодяй, авантюрист. Я уничтожу его. Это ваше личное дело. Мы этого не слышали. А сейчас поприветствуем наших признанных лидеров. Честь и гордость нашего города. Повеселились до слез. Наш выход, господа. Это прежде всего наш мэр, мистер Крис Тейкер. Джон Джилберт, председатель суда. Сэм Громан, президент банка. И, наконец, наш неутомимый шериф Белл Алленби. Вам слово, уважаемый мэр, прошу вас. Мои дорогие друзья, леди и джентльмены, жители нашего славного города, никакие происки наших немногочисленных врагов не смогут омрачить сегодняшний праздник. Я могу быть уверенным только в самом себе. А сердце мне подсказывает, Эльза, сегодня или никогда. Поставь сумку. Ты весь мокрый. Дай я оботру тебе лицо. Угу. Спасибо. Погоди. Погоди. Слышишь? Вертолет. Летит, голубчик. Эльза, дай я обниму тебя. Наконец-то и мне повезло. Ты меня обнял, Мак. Эй, мы здесь! Мы здесь! Держите концы трапа, мистер Кэллоу! Да ухватитесь покрепче, я боюсь спускаться, он ужасно болтается! Прыгайте, Дик! Ну, смелее! Нет, мистер Кэллоу, сначала расчет! Эльза, открой сумку и подай ему $100. Ну что ты копаешься? Быстрее! Позвольте, мадам, я вам помогу! Пошел! Пошел! Не волнуйтесь, мистер Кэллоу! Ваш счет в отеле я оплатил! Мак, ну что же ты? Он ведь уносит нашу сумку, а в ней $1,000,000. Мак! Ай да мальчик. Вот это класс. Что же обещает вам взамен уважаемый Гарвей Броуди? Он говорит, например, что... Черт побери, откуда вертолет? В чем дело, Финч?
что там написано. Я забыл свои очки, ничего не вижу. На транспаранте, господин судья, красным по белому написано: «Голосуйте за Гарвия Броди». Доллары! Деньги! Доллары! Смотри, они бросают деньги! Доллары! Доллары! Смотри, деньги! Смотри! Смотри! Доллары! Деньги! Они бросают деньги! Доллары! Плакали наши денежки! Все-таки я был прав, когда подозревал, что это тип из шайки Гарвия Броди. Признаться, никогда еще мне так не хотелось полоснуть по толпе из крупнокалиберного пулемета. Учитесь, господа, покупать голоса просто и ненавязчиво. Знаю, на что метит этот Гарвий Броди, а этого мальчика, Дика, я бы выдвинул на пост президента. Несмотря на то, что он так сорит деньгами. Чужими, Эльза, чужими. Вот какая история. Да! Да!